Всем привет! Сегодня будем делать нарды. Доски эти я купил на Валберсе. 750 рублей одна доска стоит. Думал, доски щиты, но оказалось цельная порода. Но думаю, ничего не загнет, потому что они камерные сушки. Тем более приклею потом борта. Будет все держаться нормально, ничего не загнется, не порвется. Материал мне понравился, очень даже хорошее качество. Производитель Леруа Мерлен. В одном месте чернота есть, но это не критично, все равно все зарежется. Будут полностью резные, так что смотрите, может кому-то что-то пригодится. Посередине сделаю плоскорельефную резьбу. Накопилось у меня много всяких разных картинок, эскизов. Что-нибудь подберем сейчас, вырежем. Также хочу показать такую вот интересную книжечку по выпиливанию. Кто-то мне ее подогнал, не помню. Очень интересно. Вот всякие разные эскизы для пропиливания полочек, шкатулочек. Прям уже готовы. Просто переводить, можно и упиливать уже. Книжка 92 года. Подобрал я, решил остановиться на таких масочках. У нарт всякие разные темы бывают. Можно хоть на любой вкус делать. Мне что-то такие захотелось в этот раз сделать. С одной стороны сделаю одну масочку, с другой другую. Вот мой наборчик. Берем косячок и прорезаем по контуру. За первый проход не получится много снять, поэтому берем, понемногу прорезаем. Все равно делать два прохода, как ни крути. После прорезания будем убирать фон. Пригодится стамесочка полукруглая, выборочно. Но я сперва прохожу контур возле стенок топориком, чтобы не оставалось засечек от полукруглой на стенках. А затем уже убираю оставшийся фон выборкой. Можно сразу выборкой проходить, только осторожнее, чтобы на стенки не задевать, чтобы там зарубы не оставались. Вот так вот получается после первого прохода. 3,5 сантиметра, ой, миллиметра прошлось, а второй раз уже было 8 миллиметров. Этого достаточно. Рисунок получается более такой объемный, интересный. Старайтесь, никогда не торопитесь вырезать, старайтесь все делать качественно, более углубленно, чтобы казалось, что маска лежит на доске. Затем начинаю прорезать все детали. Где-то утапливаю, где-то должно быть возвышение. Губы выпирали, чтобы зубки прорезаю. Чем качественнее вы сделаете, более реалистичный, тем будет смотреться интересней. Если вы делаете на продажу, то на такие нарды будет спрос, и быстро они разлетаются, как пирожки. Раньше я делал тоже так, на скорую руку, дешевенькие, но в этот раз решил сделать подороже. Посмотрим, как будут продаваться. Если кого-то заинтересует нарды, я оставлю ссылку на ВКонтакте, можно обратиться для покупки.
зачеканиваю фон такой вот чеканкой. Можно использовать шило, даже отверткой можно крестовой зачеканивать. Вторую половинку я сделал отверткой. Либо какой-то можно гвоздь даже заточить, просто любой металлический предмет использовать. Затем прорезаю контур окантовочного бортика и отделяю его от фона. Получается вполне интересно. Этот окантовочный бортик сейчас нарежу полукруглой стамеской для более эффектного вида, так сказать. Вот так вот аккуратненько прорезаю. Здесь зарубки эти все потом скроются, все будет зарезаться. Вот так в итоге смотрится, получается интересно. Вторую половинку вырезал уже за кадром. Уже то же самое, все, ничего интересного. Вот так вот получается. Посередине будет плоскорельефные картинки по бокам. Ну, не буду ничего говорить, потом все увидите в следующем видео. Будет несколько частей, потому что видео очень длинное получается, чтобы не затягивать. Вот так вот можно без линейки упором пальца проводить линии. Отступил 1.5 сантиметра, здесь отступаю по сантиметру. Где края будут все резные там, а здесь будем вырезать звезды восьмиконечные. Делаем один круг больше, другой поменьше немножко. И чертим восьмиугольную звезду восьмиконечную. Можно делать по транспортиру, отмерять, но уже на глаз приноровился. Можно не пользоваться транспортиром особо. Ну, восьмиконечную звезду можно вот так вот начертить, кто-то может по-другому чертить. В следующем видеоролике будем уже звезды нарезать и уже дальше рисунок формировать. Кому интересно, подписывайтесь, следите за моей резьбой, дальше будет еще интереснее. Всем спасибо за просмотр, удачи и творческих успехов!